Здравствуйте, друзья! Сегодня мы делаем простейший, очень вкусный соус на основе йогурта. Вот здесь у меня настоящий домашний йогурт, сделанный на домашнем молоке коровьем, на хорошем, очень густой такой. И нам еще понадобится кинза, перец черный, соль, по желанию красная копченая паприка, чеснок, лимон и по желанию острый красный перец. Кто хочет, чтобы соус был такой остренький, то добавляем красный перец. Такой соус хорошо подойдет к курице-гриль, к шаурме, да в общем-то к любому мясу. В йогурт мелко крошим кинзу. И выдавливаем чеснок. Чеснока смотрите по остроте, какая вам нужна. Теперь солим, пока что немного, перчим черным перцем. И это как бы главные ингредиенты. Все это мешаем, пробуем. И если хотите острее, добавляем или больше чеснока, или красного перца острого. Или хотите, чтобы был такой копченый привкус, то добавляем красную паприку копченую. Ну а другие специи, смотрите, кому что нравится. В принципе, в этот соус можно все добавить, и все будет вкусно. Такой соус и под рыбу подойдет. В общем, можно и лимонного сока сразу добавить, тогда будет еще лучше. Под рыбу особенно. А вот я очень люблю рыбу с лимонным соком. Вот и все, теперь пробуем. Если соли нужно больше, добавляем соли. Вот я еще перчика черного добавлю. И в общем-то все, соус готов. 5 минут дел, и вы получаете вкусную, хорошую приправу к мясу. Ну, естественно, желательно поставить его в холодильник хотя бы на часик, чтобы он настоялся, чтобы все эти специи хорошо разошлись. Тогда он будет еще вкуснее. Ну и холодный, горячий курочки гриль, это будет очень вкусно. Ну что, друзья, пробуем легкий белый соус, остренький, на домашнем йогурте, без майонеза. Вот у меня здесь такая курочка, грудка куриная, нежная, хорошая. Вот прям берем вот так вот. Курица, этот соус вообще просто идеальный. Ну, очень вкусный. С кислинкой. Я бы сюда, конечно, еще соли немного добавил. Потому что он прям такой нежный. Ну, очень вкусный. Вот для белого мяса прям то, что нужно. Пробуй.